да, от блокады. Это было прорывное, прорвали кольцо именно в эту неделю. Я думаю, что очень много вы знаете и слышали про Ленинград. Вот ваши сегодняшние знания мы постараемся пополнить и немножечко вас попросить. Смотрите, какие красоты. Кто был в Петербурге вообще? Я думаю, вот двое были, это уже здорово. Вот, ребята, погибло больше людей, чем потеряла Англия и США за все. Поэтому, смотрите, первый раунд сейчас, и которому фашисты хотели захватить Ленинград. Как называется этот план? Сотовые не подглядываем, играем по-честному. Хорошо, спасибо. У вас вариант? Кольцо. Итак, на экране у нас, внимание, ребята, правильный ответ. Смотрите. Операция «Айстос». Называлась, выходили из своих квартир и убирали улицы. Они их убрали, они просто вылезали. И Гитлер опять был в бешенстве.